И мы сегодня с представителем других видов спорта решили собраться на этой пресс-конференции, дабы поддержать будущего президента Республики Молдова Игоря Николаевича Дадона. Игорь Николаевич сам является президентом Федерации шахмат, и он не понаслышке знает с теми трудностями, с которыми сталкиваются федерации и спортсмены в частности. Не раз оказывал поддержку и помощь другим федерациям и другим спортсменам. Я думаю, каждый из представителей, кто сегодня есть, скажет об этом лично.